Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам сделать космический корабль. Для этого нам понадобятся крышки из-под бутылок. Итак, приступаем к нашей работе. Делаем корпус корабля. Теперь делаем крышу. Теперь нам нужно сделать крылья. А теперь я вам предлагаю сделать иллюминаторы. И последний штрих – это огонь. А еще можно сделать облака. Ну что ж, вот такой космический корабль у нас получился. Все очень легко и просто. А еще можно сделать вот такую инопланетянку. Очень увлекательно. Пробуйте и присылайте свое видео. Спасибо!